Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня отреагирую на очередной камбэк певицы Тэйон, замечательный, из Girl Generation, хотя сейчас уже ее больше ассоциируют с ней самой, потому что Girl Generation где? А Тэйон, вот она. Вот, песня называется I Envy You, написана как будто инву, если по-латыни читать, но ничего удивительного. I Envy You, я тебе завидую. Получается так, в принципе, в песне про это и говорится. Там про любовь, про сложность любви и про то, что девушка завидует парню. Не потому, что он парень, а по совершенно другим причинам. Можете почитать текст на... Да где угодно, в принципе. Есть русский перевод даже в интернете. Вводите Тэйон, I Envy You, перевод. И, пожалуйста, вам будет русский перевод более-менее близкий к тексту. Песня эта не победила в голосовании на... Не вошла в четверку призеров в голосовании на Патреоне на февраль. Там другие песни победили. Но, тем не менее, Тед Купер мне ее заказал. Он так вернулся на Патреон и говорит, никто не выбрал INVU Тэйон, а я закажу. Как минимум, Тэйон там потрясающе красивая. Это, кстати, по кадрам, даже по тизерам было видно. Тэйон и так всегда красивая. Здесь, по-моему, какая-то божественная. Ну, посмотрим, разумеется. В любом случае, я благодарю еще раз Теда Купера. Напоминаю, что чтобы заказывать мне лично реакции, можно подписаться на пледж от 15 до 30 долларов. Можно и 100. Тогда можно много заказывать. Я устану реагировать, но нет, не устану на самом деле. Вот. Так что на Патреоне ссылочка внизу. Заходите, подписывайтесь. Можете мне всякое разное заказывать иногда. Вот, давайте. 3, 2, 1. Я всех благодарил. Да. Всех, в особенности Тед Купер, который мне эту песню заказал. 3, 2, 1, поехали! Действительно красиво. Все такое какое-то древнее, понимаете? Колонны красивые. Теперь что девушки двигаются быстро, но в такт музыки, в принципе. Какую-то древнюю богиню изображает, как будто бы. Хороший бит вступил. Мне чем-то клип по цветокору, по прочему напоминает Snapping, Чонхи. Также классно, красиво и блестяще. Да, она как бы действительно какую-то древнюю богиню изображает. Видите, поле боя, все дела. Блестящий это, и он танцует под стрелами. Сердце. Электропоп на припеве мне нравится. Хорошо, что песни переходят из просто вокала в такой полутанцевальный. Взгляд у нее, конечно, совершенно магнетический. Ну, я про вокал просто молчу. По понятным причинам.
И элемент хореографии, когда она говорит «I», как она ее изображает. А давайте посмотрим еще раз. Да, очень красиво, нежно, местами сексуально, разумеется, потому что это ее очень красивая девушка сейчас. Вот здесь она. I. N. Ну, пожалуй. V. U. Окей. I, N, V, U. Так, что ли? Странно, что это U, но допустим. Ну, вообще хорошо. Здорово, когда жестами пальцев на руках показывают название песни, и это получается. В принципе, ты это угадываешь. Очень здорово. Я сейчас проверю один момент. Мне, по-моему, Тед Купер попросил, чтобы второй клип был, который я отреагировал. На который я отреагирую, это версия от Studio Chum. В принципе, я и сам ее скачал. Просто я забыл, это я скачал, потому что... Я скачал или потому что он меня попросил. Один момент. Я зайду на Patreon и посмотрю. И... Да, да, все так. Вообще не сомневался, потому что, опять же... А Studio Chum всегда очень красивые, классные видео. В общем, песня милая. Она, опять же, и как фоновая музыка, и как просто для прослушивания хорошо подходит. Как фоновая в том плане, что она в изрядной степени спокойна, даже когда включается вот эта вот такая полутанцевальная версия, все равно она местами так это успокаивает, как бы. Ну и хороший вокал, поэтому можно слушать и наслаждаться. Давайте еще раз. Ну, уже на фоне там пады играют. Опять же, обратите внимание, что разгон сначала вообще почти без музыки идет. Ну, есть, но легкий. Потом включается еще дополнительное такое гудение. И здесь уже на подготовленного зрителя, слушателя, ударные, дополнительные синты. А, V, U. Она еще постоянно в камеру смотрит, прям не отрываясь. То есть, в принципе, это разумно, но с ее взглядом, с ее глазами. Что это было интересно? Как будто в нее что-то прилетело, как будто ее ранили. Неужели военные действия отображают свое... находят свое отображение даже хореографии? Хорошо, она голосом играет, опять же, сверху до низу. Так, давайте выучим этот жест окончательно. So I... Нет, она вот так боком, да, делает? I... N рядом с глазом. V... U. Ну, тут она этого не делает, но тем не менее. То есть, получается, примерно... You. Yes, I envy you.
Вот, здесь лучше, причем она еще представляет. То есть, еще раз, мне просто почему-то захотелось так делать. Yes, yes, I. Так. Yes, I. N. Рядом с глазом, причем с одним. С правым, да, все правильно. N. V. U. Давайте попробуем. Yes, I N V U. Еще на фоне так ее шепнем. I N V U. Люблю такие фишки насчет жестов. Но этот жест может употреблять даже без начальных нескольких букв. Девчонки, кстати, то же самое делают. Очень хорошо вокал переливается. И на фоне, слышите? Слушайте, это одна из песен, на чей клип ты будешь смотреть, просто чтобы даже посмотреть клип. Но, ко всему прочему, здесь реально очень красивая песня. Ну, опять же, немножко не в моем вкусе в основном, но я ее, пересматривая клип, а я обязательно пересмотрю клип, он слишком красивый, и клип, в принципе, и вот это выступление. И я обязательно песню послушаю, буду совершенно не против, вдруг мне в итоге даже как-то зайдет сильнее, чем она зашла мне в эти первые два раза. Хотя во второй раз, кстати, побольше зашла. Уж больно хорошее сочетание синтов, вот этих ударных, мягких таких, опять же, ее вокала и всего остального. Круто. Спасибо, Тед Купер, еще раз. Напишите, что вы думаете об этом камбэке. В принципе, я почти уверен, вам понравился, потому что... У меня тут село кое-что. Вам понравился, потому что меня очень многие просили. Отреагируй на Тейон, отреагируй на Тейон. Ну, я, товарищи, повторяюсь, у меня не так много времени, чтобы я реагировал на все, что вы меня просите в комментариях. Увы, самый простой способ мне прям что-то заказать — это... пойти на Patreon, присоединиться и либо участвовать в голосовании, либо заказать персонально. Там как бы не такие большие деньги для того, чтобы... Ладно, это вам решать в любом случае. Вот, видите, Тед Купер выступил в защиту Тейон и заказал мне эту песню, за что я ему очень благодарен. Ладно, все, спасибо, товарищи. Поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик. Про все остальное я уже сказал. Благодарю людей, которые меня поддерживают на Patreon. So I am the...